Друзья, всем привет! После безумных вскрытий сундуков нам надо поиграть. Для начала соберем, что это, я забыл, как этот предмет называется. Кристаллы, ну, не похоже на кристалл. Давайте их соберем, посмотрим, что мы попрошли. Изготовить 100 стекла сделали, серную кислоту сделали, твердое топливо сделали. Построить солнечный завод, чтобы генерировать электричество, сделали. Ветряную турбину для добычи электричества, сделали. Построить нефтяную вышку, сделали. Ух, 100 сапфиров собрать, сделали. 100 натрия собрать, сделали. 10 аккумуляторов мы сделали, обработали 10 сапфиров. Так, один этанол. Так я же его и делаю вроде. Сейчас мы посмотрим, друзья. Сейчас посмотрим, что у нас тут творится. Вот он, солнечный завод. Ну, кое-чего не хватает. Ладно. Вот он, наш солнечный завод 3-го уровня. Вы увидите. Это наш ветряной завод, ветряная турбина. Я думаю, что пора ее улучшить. Раз есть такая возможность. Здесь нам нужен анаптаниум 6 штук. Создали вторую ювелирную мастерскую. Сейчас добываем. Здесь лунный камень очень далеко. Ой, блин, я и забыл. Да. Вот у нас этанол производится. Нет, это не этанол производится. А это алюминиевая бутылка. Но этанол, хорошо. Здесь мы сейчас мастерим материнскую плату. Алюминиевый бак. Графит, понятное дело. Чипы. Куда же без них. Алмазный резак. Солнечную панель. Ну и провод. Здесь нам надо денежки нужны. Вот, дружки, дружки, дружки. Так, дружок, то я тебя перезапущу. Давайте теперь дальше смотреть по порядку. 7-го уровня шахта. Я даже, кстати, забыл сам посмотреть. На рожицу, похоже, с руками. Разве нет? Так, здесь мы добываем кремний. По поводу нефтедобывающей шахты я позже обязательно расскажу, в чем ее прикол. Это все 6-го уровня шахты. Спускаемся по локациям ниже. 6-й, 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 заодно подсоберем 6-й уровень. Сами подсоберем. Спускаемся еще ниже. 6-й. Хорошо. Здесь мы также добываем кремний. Оно чуть выше уйдет. Кремний добывается. Тоже замечательно. 6-го уровня шахта. Все замечательно. 6-го. Вы спросите, а зачем его? Я все это показываю. Ну, надо же пока показать, сколько шахт, до какого уровня, как все меняется. И, в принципе, мы приблизились к порталу. Смотрим. Это автобиография, оставленная парнем по фамилии Минковский. Он входил в ту самую группу ученых. Похоже, у него были секреты от товарищей по команде своей цели. По факту Минковский не верил в успех миссии и разрабатывал план Б. Жаль тебя расстраивать, но здесь нет другой информации. Просто бейдж. Запускаем. А, ну еще один сундучок. Кстати. Ну, ничего интересного в этом сундуке не было. А мне больше интересно вот сюда посмотреть. Куда этот отправился, Минковский? А, нельзя посмотреть. Хорошо. Пошлите дальше. 6-го уровня шахта. Все это замечательно. Да. Вот тут вот есть значок, видите, нефти. Значит, здесь можно строить нефтяную вышку. Если вы здесь построите нефтяную вышку,
Добываться нефти не будет. Будет написано, нефти не найдено. Идем дальше. Вот он, нефтяная вышка. Бот не собирает нефть. Не. Ты знаешь, как семья Рокфеллеров хватила судьбу за хвост? Верно. Нефтеочищение. Проверь квесты. Надо посмотреть. Вот, здесь мы уже добываем серу. Еще одна нефтевышка. А здесь уже, а не сера. Сера добывается. А вот здесь уже натрий. И все, по-моему. И что-то мы строим. Я уже забыл, что строится. Опрос, да, актуальный. Пойдемте посмотрим. Понастроить. Ускорить плавильню, теплицу, сбор воды. Собирать нефть. Собрать нефть. Это будет тупо собирать нефть. Плохо дело. Ладно, друзья. Мы тут подпрокачались. Можно теперь лупить их. Ой, как круто! Вы заметили это? Как это круто! Как это круто происходит. Блоки разлетаются в раз. Ой, как круто. Ой, как мне это нравится. Как мне это нравится, друзья. Просто разрываются, разлетаются. На кусочки. Ой-ой-ой-ой. Конечно, соберу и посмотрю. Хорошая сумма денег прилетела нам. Это замечательно. Это денежки всегда нужны. Да. Денежек. Ой, давай, я тебе так буду лупить. Без всякой заморозки. Ой, красиво. Ой, красиво. Качай нефти так скучно. А как ты хотел. Это большие бабки. Обычная нефть, в принципе, ничего не стоит. Уху-ху-ху-ху. Что это он пишет? Скучно. Понял, понял. Не, я не понял. И что здесь скучного? Ну, качается, да качается. Ради бога. А куда этот друг исчез? Смотрим, друзья. Деньги, деньги, деньги. Так, денежки нам зачислились. А мы стремимся в самый низ. В самый низ. А, наверное, этот... Он исчез, потому что мы попали на зараженный блок. Как тут сейчас? А вот тут уже сопротивление чувствуется, вы видите? Видите сопротивление? Но не сильное. Сейчас раз, два и... О, все! Все, дружокчик, все! Сколько, да, мы всяких ресурсов... Ой, красота. Ой, красота. Как мне это нравится, а? Когда все как по маслу идет. Ну, сейчас, да. Да. А может, пока и нет. Хорошо, хорошо идет. Цифры космические просто. Цифры космические идут. Какая-то ку... Я даже не знаю, что, какие тут цифры. Но это безумство. Спору нет. О, сейчас мы еще один зараженный блок будем очищать. Да, уже рядышком. Уже совсем рядом он. А вот сейчас, да. Вот уже чувствуется сопротивление, заметьте. Уже хпшку видно, что она как восстанавливает. То есть отрыв у нас сокращается между атакой и восстановлением хп. Ну, этот блок мы тоже пройдем. Тоже пройдем. И посмотрим, все посмотрим, что тут пооткрылось. Прям до самого верха. Ой, не до самого верха. До последнего, где она строится. Посмотрим, какие ресурсы добываются. Это очень, в принципе, мне очень интересно, какие ресурсы будут здесь. Да будет ли что-то новенькое? И есть ли смысл
тратить деньги на лучшее, на строительство новой шахты. Вопрос. Нет, нефтяную, химическую. Это открывается на 96-м и на 80-й локации. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, думаю, пока до следующего зараженного блока мы дойдем, кое-что у нас восстановится, а именно заморозка. Я на это рассчитываю, я на это надеюсь. А мы уже близко, мне кажется. А может быть и нет. Мне уже интересно нового старейшина посмотреть. Что он из себя представляет. Эта вещь, конечно, интересная. Нефтяной старейшина, понятное дело. О, мы дошли. Значит, заморозку мы не трогаем. Заморозку мы не трогаем. Так, этот блок мы сейчас так добьем. Все. А нет. Давайте посмотрим обязательно. В принципе, да, хорошие нам бабки за просмотр рекламы надавали. А теперь тупо бьем, зачищаем зараженный блок. Вот сейчас уже чувствуется существенно, что тяжело, уже идет не так легко. Не в лед. Не в лед. Но все равно. Очень даже неплохо. Так, ой, давай, 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 дружок, давай. Сейчас я покажу, до какого уровня я докачался. И на каком уровне появится новое оружие. Я уже, честно сказать, заждался нового оружия. По много выбивает. Очень замечательно, очень. Да елки-палки. Так, мы сейчас на 280-м. А новое оружие открывается на 290-м. Ну, то есть, в принципе, уже скоро. Уже скоро мы откроем что-то новенькое. Конечно, игра затянула. Что ж, где, когда, через сколько будет новый старейшина? Просто вот уже трепет меня, очень хочется. Очень хочется на нового старейшину позыбить. А самый интересный вопрос, есть ли здесь конец? Дно, докуда максимально можно копать, бурить. Оно все, конечно, интересно, но по факту, получается, ты просто добываешь ресурсы и все. Добываешь и продаешь. Добываешь, перерабатываешь, продаешь. Добываешь, перерабатываешь, продаешь. Ну, плюс, да, вот то, что они вели археологические раскопки, это, конечно, разнообразивает игру, и это очень интересно. Да, захватывающе с какой-то стороны подстегивает дальше играть, узнавать, что же там творится и что же там происходит. Ой-ой-ой, тяжко, все, тяжко пошло. Ну, в принципе, наверное, сил хватит еще на одного старейшину. Все. Ой, старейшину. Еще на один зараженный блок. А может, и не хватит. А может, наверное, на этом и остановимся. Сейчас до зараженного блока дойдем и остановимся. До следующего раза. В следующий раз я, скорее всего, его пройду. Давай, давай, лупи, добивай. Ага, очень сильно. Да, поэтому можно до следующего раза. Здесь у нас что появляется? Аметист на первом месте, александрит, титановая руда, рубин. А здесь еще и топаз был. Александрит, да, круто.
Круто, хорошо. Идем вверх. Смотрим наши боты. 4 часа, 23 часа. Круто. Что мы еще тут прошли? Изготовить 800 чего-то там. Не хочу вообще. Этанол сделали. Сбор нефти сделали. 100 рубинов собрали, добыли. Панель мы сделали солнечную. Все. Здесь с этим все. Все задания, которые хотел, мы сделали. Что-то я еще хотел посмотреть, но, по-моему, уже все. Все, вот на этом пока что, друзья, мы с вами остановимся. 12 этаж. 739 метров. Здесь мы пока ничего. О, давайте-ка посмотрим. А может, и открылось что-то новое. Нет, 85-я локация. Здесь у нас что? Ничего не открылось. Здесь все на 85-й локации будет. На 85-й. Нет, ничего, друзья. Ну, в общем-то, на этом все. Не забывайте подписаться, поставить лайк под видео и порекомендовать друзьям. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.